Ну что ж, всем привет. Это последний выпуск прохождения Гангейджа, пятый, заключительный. И с ним мы закончим все незаконченные дела. Это просмотр бонусов и разбор всех цветочков. Вот, мы видим, что у нас осталось два цветочка на Gate of the Dark Moon. Один цветочек в The Ruins of Meyach Lake. И еще один цветочек в Titania Power Plant. Ставим Easy, так как мы уже прошли, собственно, игру на харде. Пойдем, значит, стер на уровень The Ruins of Meyach Lake. Я помню, там один такой цветочек был, который я боялся взять. Поэтому это сейчас его возьмем и пойдем его возьмем. Ау. Ну и фиг с ним. Tesla drive charged. Tesla drive charged. И, собственно, этот цветок находится вон там, как видите. Его даже видно. Но как его взять, я немного не понимаю. Потом будем экспериментировать. Пробуем-ка вот так. Идеально. Мы его взяли. Сохранимся. Итак, у нас уже 97 цветочков. Один цветочек точно помню, что мы оставили на именно D. Там, где танк наехал на цветочек. Поэтому надо бежать и обогнать танк. Как-то. Не успел. Пробуем еще раз. И два варианта, либо умереть, либо перезапустить. Я думаю, перезапустить будет лучше. Попробуем еще раз. Вот. Бежим, 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 бежим. Да. Готов. Также есть предположение, где находится последний цветок этого уровня. В том месте, там, где лифты. Мне кажется, что там.
Мы это сейчас проверим. Я поставил легкий режим, чтобы, как сказать, не сильно напрягаться во время поиска цветов. Мы же не проходим игру, мы просто ищем цветочки. Вот, у меня есть идея, вот, где может быть этот последний цветок. Спускаемся вниз. Убиваем вот эту вот всю гадость. И ждем, пока лифт уедут. Там вот обычно стояли роботы, вот тут, в этом месте вот. Ой. Немного не туда прыгнул. Фейл такой интересный. Так, аккуратненько, вот тут точно должно попасть. Да, готов. Итак, остался последний цветок на уровне Титония Power Plant. Попробуем с помощью Вейкла его найти. Это пошло искать цветочки, а сам уничтожает все на своем пути. Ну, уж так у меня все устроено. Так. Тут цветков нет. В принципе, тут их тоже нет. И тут.
Ну, найдем дальше. Так, цветочки. Они тут обычно на краях. Это мы уже собрали. Где же вы цветочки? И тут цветочка тоже нет. Хотя, в принципе, логично. Мы не можем найти цветочек, если нам мешают противник. Противники. Поэтому сначала убиваем enemy. Так, цветочки. О! Готов. Кстати, собака можем предысторию, которая происходит, которая показывается, если ничего не нажимать. Я вам ее ничего не показывал раньше. Apart from the world we live in, there's another realm that has a different time and progression. A realm called Dark Moon. Suddenly, at ancient ruins scattered upon our world, gateways to this realm appear. And from these, the beasts came forth to ravage our people. The time of reckoning is upon us. Как страшно. Итак, мы собрали все цветочки. Надо сохраниться. Picture view. Viewer. Давайте включим... Вот картинка номер один, это постер. Снизу вижу Вейкла, выше стер, еще выше Ди, сам вверху Карда. Так, Вейкл А. Картинка с фейком. Карт А. Какие у него интересные сапоги. В общем, мы видим, что он раньше командовал армией. Какой-то командир. Он в плане сидят маньяки. И вот они будут ее насиловать. Конечно же, нет. Это просто картинка. И вот видим, что Ди это все-таки киборг. Вейкл Би. Вот видим в полный рост Вейкла.
Дальше карт. Все-таки большие у него сапожки такие. Да и сам он, видите, какая у него фигня в руках. Большая, но не очень эффективная. Вот все руш. У меня вон красавочки. Когда прошел Гангейч. И вот Ди, смотрите, какой пылес он. Пылес еще такой огромный. Не знаю, это вообще кто? Мужчина? Женщина или мужчина? Вот, вторым, что мы открыли, это Music Player. Можно сходить все весь саундтрек, который мы слышали в игре. Gun Gage, Dark Moon, LA Cruising. Ну и сами вот можете прочитать. Дальше. За 8 ссылочках мы открыли Stage Select и Flower Information по всем уровням. Штука очень полезная. И просто... И за все ссылочки какой-то слишком грустный бонус. Это Infinity Weapon Energy. Это, мне кажется... Слишком, ну, столько точков собрал, а тебе дают такую фигню. Вот и все. Вот прошли мы полностью Gun Gage, забрали все точки, открыли все бонусы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачки!